Не менее 15 тысяч европейцев скончались из-за аномальной жары в этом году. Испания и Германия при этом в числе наиболее пострадавших стран. Неутешительные данные представили ВОЗ. По словам экспертов, прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений. Регион испытал сильнейшую засуху и лесные пожары. Зафиксировано повышение температуры в 2 раза в сравнении с мировыми показателями. Если не принимать срочных мер, экстремальные погодные условия могут привести к большому числу заболеваний и смертей.